В Минске завершилась работа Кастрычницкого экономического форума. Сегодня его участники говорили о вопросах образования и права. Так, в развитии базового среднего образования Беларусь ориентируется на финский опыт. Это одна из лучших моделей мира. По словам парламентария Игоря Мразолюка, Министерство образования подготовило нормативно-правовой акт по гимназиям. Окончательное решение, как будут зачислять в 5-е классы гимназий, будет принято до конца ноября. Гимназия застанется гимназией. Программа не будет спрощена. Колькость годин, кольки было, столько застанется. Иншая справа, что школам, не всем школам, а тем, где они захочут и где они смогут, будут открываться додатковые гимназичные классы. Причем будут открываться с 5 класса так само. До конца листопада будут расставлены все кропки над «и». Я сказал, что есть разные подходы, але головный подход – что отсутность экзамена. При этом депутат подчеркнул, что гимназии не приравняют к обычным школам. В целом же для внедрения изменений в системе базового среднего образования предусмотрен переходный период до 2020 года.